Давайте узнаем, как готовилась Раушан Халаубаева. Когда выступила в первый день, вот, я не, сама была недовольна своим выступлением, потому что, правда, я выступила так, как заучено было. Потому что я сама считаю, что мне не хватило немного эмоций. Ну, судя по тому, что она вытворяет на репетициях, она достойна уважения, достойна высших оценок. Я учла все свои ошибки, все нюансы, готовилась. Я выложусь на все 100%, да. Қарсы алыңыздар, сахнада Раушан Халаубаева. I've been here before, but always here below. I've spent a lifetime running, and I always get away. But with you I'm feeling something that makes me want to say, по-моему, шикарное исполнение было. Что думаете, судьи? Раушан, да, действительно, шикарное исполнение. Вы прям жили в этой песне. Браво! Что я могу сказать? Спасибо. Браво! Ваш фальцет вообще. И этот переход, самое главное, от фальцета к своему голосу. Браво! Молодец! Спасибо большое. Спасибо большое. Главное не перехвалить. Удачи, увидимся чуть позже. Дорогие друзья, смотрите шоу Central Asia's Got Talent на нашем YouTube-канале. Конечно же, подписывайтесь, конечно, ставьте лайки, конечно, пишите комментарии. Ну и обязательно, я вас очень прошу, нажмите на колокольчик, для того, чтобы не пропустить все самое интересное из мира талантов Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана.